Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 мая, день Георгия Победоносца. В этот день вспоминают страдания святого великомученика Георгия Победоносца. В царстве Диоклетиана было решено уничтожить христиан. Георгий смело обличил царя, за что был подвергнут различным мучениям. Его разрезали на вращающемся колесе и думали, что он умер. Но явился ангел Господень в образе юноши прекрасного и ясноликого, озаренного светом, и исцелил Георгия. Георгий предстал перед царем цел и невредим. Считалось, что в этот день наступает весна, а в православной церкви в этот день почитали память святого Егория, Георгия Победоносца. Его считали покровителем полей, поэтому сегодня проводили большое количество обрядов для хорошего урожая. Священники освящали поля водой и произносили молитву: «Сей рассаду на Егория будет овощей довольно». А крестьяне молились святому, чтобы уберег лошадей и коров, овец от болезней и мора. Кроме того, Георгия считали покровителем невест. Девицы молились ему о послании хороших женихов. Утренняя роса только до восхода солнца в этот день обладает целебной силой. Ее собирали и использовали для лечения болезни и снятия с глаза порчи. Пастухи в этот день впервые выгоняли скот. Крестьяне, в свою очередь, кормили их яичницей, одаряли холстом, деньгами, чтобы они не спали и охраняли стадо. Приметы. В старые времена говорили, если Егорий Великий с теплым утром встречает, то Никола будет с кормом для скота, это 22 мая. А если утро с росой, водой, то через полмесяца с травой. На Руси два Егория, один холодный 9 декабря, другой голодный, майский. Примечали, если весенний Егорий с травой, то осенний с мостом, зима устанавливается. Нельзя кричать и ругаться в этот день. Считалось, что может убить грозой. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, накопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нагрузки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устанете. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. Сгоряча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!